Славьте его все племена, ибо велика его милость, истина Господня вовек. Аллилуйя, Адонай! Пойте все народы, славьте Бога все племена, ибо велика его милость, истина Господня вовек. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да, Гелена, доброго утра, да, сестры, братья. Доброе утро! Аллилуйя! 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 Эй, аллилуйя! 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 Хвалите Господа все народы! Людмила, доброе утро, возлюбленные! Аминь! Доброе утро! Людмила, да, и Роза, там, кто подключился, всем шалом, да, Инночка моя, наверное, тоже уже в сети, шалом, мир Божий, ну, главное, что в общении Духа Святаго уже, да, все происходит, да, хвалим Господа, хвалите Господа, все народы, прославляйте Бога все племена, ибо велика Его милость, истина Господня вовек. Да. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя! Да, доброго всем утра, благословенного дня, да, Бог да благословит всех вас, возлюбленные, пою это благословение. Вчера был на собрании, подростковом собрании, так называется здесь, да, классно, хорошее время такое, подростковом собрании, да, маленькие люди, но очень большие вопросы. Такие у них, да, классные. Мне вообще здорово. И как раз когда молились там в конце уже, то, значит, я говорю, помолимся, я спою. И там дети уже знают уже, да благословит тебя Господь, да, споете. Да, говорю, люблю. Люблю это петь, люблю говорить, люблю это слово, особенно петь, конечно, да. Есть вещи, которые, ну, сказать, высказать, ну, почти невозможно. Их можно только спеть вообще. Вот, потому что, не знаю, есть вещи, которые их не расскажешь в прозе, только в стихах или вот в пении, допустим. Есть вещи, которые не выскажешь вот в обычной речи. Можно только спеть. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Бога все племена, ибо велика Его милость.
Да, велика его милость. Рахем, милость, милость, милость. Истина Господня вовек, истина Господня вовек, во веки веков. Хвалите Господа все народы. Аллилуйя, да, Роза, доброе утро, дорогие мои друзья, да, доброе утро. Аллилуйя, слава Богу. Хвалите Господа, Бога живаго, все народы, все племена, все страны, континенты. Шалом всем, аминь, да, шалом Божий, шалом всем, Роза, да, аминь, аминь. Шалом Казахстану, шалом, мир Божий. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Бога все племена, ибо велика Его милость. Истина Господня вовек. Аллилуйя. Хвалите Господа все народы. Славьте Его все племена. Ибо велика Божья милость и истинного Господня вовек. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, за истину Твою. Благодарю Тебя, Святой. Благодарю Тебя. Благодарю. Святой, Святой, Святой Господь. Благодарю за милость Твою, за благодать Твою. Благодарю. Благодарю. Рахем, милость над землею всей, святая Божья милость. И в моей судьбе Божья милость. И в моей семье святая Божья милость. Во всех народах Божья милость. Да. Над каждой судьбою, в каждой жизни наш лев из колена Иуды. Да, аминь, аминь, аминь. В райском саду прославляет Бога Великого. Аминь, да, здесь как точно, да. Хороший сюжет, кстати, да. Хороший сюжет, можно даже изобразить такого льва, славящего, да, в саду таком. Ох, классно, кстати, да. Здорово было бы, да. Аллилуйя, да. Ариэль, Божий лев, Господний лев, Божий буквально, да. Лев Божий, да. Ари, Ари, это лев, да. Эль, Бог. Лев Бога. Аллилуйя. Да, так. Аллилуйя, слава Богу. Да, спасибо тебе, Господь Святой, спасибо, спасибо. Да, Господь, благословенный Царь, славим тебя, Господь, прославляем тебя. В Божьем саду, в райских кущах в этих, да. Потому что, да, наши сердца, они стали этими райскими кущами. Действительно, да, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо за все вот эти, да, благодарю Тебя, Господь, за все эти цветы, растения, да, благодарю, благодарю, Святой, благодарю. Спасибо, Господь, спасибо за вот сейчас весенне-полевые все эти вот работы, весенне-огородные работы, здесь уже, да, высажены цветы. Некоторые, да, высажены кустарники, да, слава тебе, Господь, пусть приносят, да, радость, да, пусть приносят плоды, да, пусть действительно эта земля будет благословенной, Господь Божий, еще более-более, Господь, спасибо тебе. Да, сестры, братья, шалом, мир всем, мир вашим сердцам, да, мир вашим домам, семьям, мир. Всем странам, народам мир всем. Шалом, шалом. Шалом Израилю, шалом Иерусалиму, шалом. Спасибо тебе, Господь, за все эти дни. Спасибо за сегодняшний день. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Святой. Хвалите Господа. Пусть прославляют все народы, все племена Господа Царя. Все народы, прославляйте Бога, все
племена, ибо велика Его милость, истина Господня вовек. Твоя милость велика, истина Твоя вовек. Слава Тебе, слава, слава. Сегодняшним этим утром прославляем Тебя. Благодарим Тебя за все. Шалом Израилю, шалом Иерусалиму. Аминь, да, Роза, аминь. Да, в эти дни молились за Израиль, конечно, переживали, да, миллионы молитвенников, да, стали в пролом, да. Еще неизвестно, что будет дальше, но, да, мир, самое главное, да, Божий мир, Божий шалом в наших сердцах, в наших судьбах, в нашей жизни. Божий шалом, да, Израилю, Божий шалом Иерусалиму. Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя. Благодарю. И остается неделя до пасхальных этих торжеств. Именно по библейскому, да, вот календарю. Я уже Пасху начну праздновать уже дома в Туле. Да, слава Богу. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя. Благодарю, Святой. Благодарю. За милость Твою, благодать, благодарю Тебя, Святой, благодарю, благодарю. И вот за неделю до Пасхи вот эти все эти события, сегодня уже 7 число первого месяца, 7 Нисана, или же 7 Авива, 3336 года от начала нашего исхода из рабства египетского, от нашего исхода, да, 3336 год от исхода. И от сотворения мира 5784 год на дворе. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за то, что да, Ты совершил тогда при Моисее. Да, Оля, драгоценно пред Господом, благодарное сердце, поставляющее имя Его. Аминь, аминь, Оля, да, аминь. Да, слава Богу. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Благодарим Господа за все. И в этом, кстати, один из секретов счастья. Даже неверующие люди, даже далекие там от веры, от религии, даже там люди порой замечают, что один из секретов счастья – это, ну, благодарность вообще. Ну, правда, если человек неверующий, он не знает, что, ну, кого благодарить вообще, собственно. Ну, поэтому благодарит, ну, не знаю, фортуну, там, благодарит там друзей, там, благодарит там, не знаю, короче… Он не знает, что благодарить, кого благодарить. Собственно, по сути, это неверующий человек. Да. А верующий человек знает, кого благодарить. От кого всякое даяние благое и дар совершенно свыше сходит. Да, Отца Светов славим. Прославляем Отца Светов. Нет в нем тьмы никакой. Он есть свет. Нет в нем никакой тьмы абсолютно. Это правда. Хвалите Господа, пойте разумно, прославляйте Бога. Знаете, что не просто фортуна, удача, не просто друзья, товарищи, не просто деньги, не просто что-то еще нет. Всякое даяние благое и дар совершенный свыше от Бога сходит, да. И самый великий дар и совершенный, да, это сам Господь Иисус Христос, да. Дима пишет, мир Божий вам во имя Иисуса Христа, Божий благословение, да, спасибо. Да, это благословение священников, пою, пою и пою. Я так люблю его петь, и вот сегодняшним утром пою его многократно, да. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Во имя божественной любви. Ибо так возлюбил Бог мир. Отдал самого себя. Кровушку свою пролил. Сына своего единородного на крест на Голгофу отдал. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо, спасибо. Благослови Господь всех нас, благослови Господь эту землю, благослови Господь Святой народы, все племена, Господь, благослови, аллилуйя.
Благослови нас, ой-ой-ой-ой, наш Бог живой, благослови нас, Отец родной, благослови нас, Папа дорогой, мы твои дети, благослови нас, Юд-Хей-Вав-Хей. Мы твои дети, Отец родной, благослови нас, Папа Небесный, дорогой, святой, святой, святой. Благословен Господь Бог наш, благословен Спаситель наш, благословен Утешитель, аллилуйя. Слава Богу Святому, спасибо. Я не служу иным богам, да, богатству и кумирам. Аллилуйя! Великий Бог, ты царь царей, ты господин души моей, и лишь тебя, Отец, я благодарю. Великий Бог, ты царь царей, ты господин души моей, и лишь тебя славлю, прославляю, тебе пою хвалу всегда-всегда. И лишь тебе всю-всю славу воздаю. Великий Бог, ты царь царей, ты господин души моей, и лишь тебе я всю славу возношу. Я не служу иным богам, богатству иль кумирам. Ты жажда сердца моего, излил свой дух без меры, как жертву уст хвалу тебе я приношу. Я не служу иным богам, богатству и кумирам. Ты жажду сердца моего излил свой дух без меры, как жертву уст хвалу тебе, Бог, приношу. Я жертву уст хвалу тебе, Бог, приношу. Великий Бог, ты царь царей, ты господин души моей, и лишь тебе всю славу возношу. Великий Бог, ты царь царей, ты господин
души моей, и лишь тебе всю славу возношу. Я не служу иным богам, богатству и кумирам. Ты жажду сердца, на жажду сердца моего излил свой дух без меры ты, как жертву уст хвалу тебе Бог приношу. Я жертву уст сердца моего, души моей, жертву. Аллилуйя! Как жертву уст хвалу тебе, Бог, приношу. Благословенный Царь наш, благословенный Господь, благословенный Бог наш. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Богу, халлель, халлелуя. Славу всю Богу воздаю я, слава Творцу. Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. Это так прекрасно. Аминь, 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 да, Роза, аминь. Аллилуйя, славим Бога живаго. Аллилуйя, аллилуйя. В сердце моем Господь, о, аллилуйя, аллилуйя, в сердце моем Господь, Отец мой, Бог мой, Царь мой, аллилуйя, о, благодать спасен тобой. Я из пучины бед был мертв, о чудо, я живой, был слеп и вижу свет. О, благодать спасен тобой, я из пучины бед был мертв. И чудом я живой, был слеп и вижу свет. Укореняемся, ли пишет Божьей любви, чтобы быть светом этому миру. Аминь, аминь, да. Мой Бог есть свет, и потому я есть свет. Мой Бог есть любовь, и потому я есть любовь. Аллилуйя. Дети, пребывайте в нем всегда, всегда. Не выходите. Найдитесь во Христе не со своей праведностью, а с Его Божьей, да, праведностью, действительно, да, только так, никак иначе, вообще никак иначе. Дети, детки, пребывайте в Нем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В сердце моем Господь, аминь, и чудом я живой, аминь, 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 да, Роза, аминь. О, благодать спасен тобой, я из пучины бед был мертв, и чудом я живой. Аминь, 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 Елена, аминь. Был слеп, а ныне вижу свет. Был слеп, и чудом я прозрел. Был слеп,
И в Боге я прозрел, я истину узрел. О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед. Был мертв, и чудом я живой, был слеп, и вижу свет. В сердце моем Господь, а я в сердце Бога всегда, а Он в моем сердце живет, а я в Его сердце живу. А я в Божьем сердце живу всегда-всегда. Он в моем сердце живет. Бог есть любовь моя, а я любовь Божия, а я любовь твоя. О-о-о-о-о-о-о. В сердце моем Господь. О-о-о-о-о-о-о. В сердце моем Отец. Аллилуйя. Благой Господь Творец. Небесный мой Отец. Слава, слава Тебе, Господь Святой. Слава Тебе, словам Твоим, Божьим словам верю и потому живу, и потому тружусь, и потому побеждаю, и потому действительно, да, Ты все покорил под ноги наши, потому что веруем мы словам Твоим, словам Господним верю я. Моя вся крепость в них, Бог веры щит, Бог часть моя во всех путях земных. Словам Господним верю я, моя вся крепость в них, Бог веры щит, Он часть моя во всех путях земных. Аллилуйя. О-о-о-о-о-о-о. В сердце моем Господь. Аллилуйя. О-о-о-о-о-о-о-о. В сердце моем Господь. Аллилуйя. Словам Твоим, Бог, верю я. Да, 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 потому что Ты есть Слово. Аллилуйя. Мы даже на земле здесь, в этой реальности, далеко не совершенной, совсем не совершенной реальности, да. Аминь, Роза пишет, воскресли, друзья, для жизни вечной. Аллилуйя. Дорогой Господь, за жертву Твою. Аллилуйя. Аминь. Даже здесь мы на земле, в этой несовершенной реальности, и то, как казалось бы, да, мы говорим, вот, уважаем людей, которые вот, человек слова, говорим, да, вот это человек слова. Как вот раньше на Руси там купцы говорили, мое слово, говорит, можно в банк положить. Короче, вот, ну, твердая самая валюта вообще, слово купеческое, да. Ну, сейчас, конечно, к сожалению, культура бизнеса, это исчезло, погибло, истреблено было, да, купечество было истреблено, и как класс даже вообще, и сегодняшние люди, конечно, занимающиеся, да, вот, ну, не знают этой благодати Божьей, да, не знают этого, да, к сожалению, но понемногу, по чуть-чуть, да, напоминаем людям, да, о том, что действительно, да, есть Божье Слово, и Он есть Слово. Его Слово не просто в банк положить можно, Его Слово в Библии записано вообще, в Вечной книге. Его Слово, оно
тщетным не возвращается, оно всегда исполняет то, ради чего оно было послано. И самый ярчайший, наиярчайший пример – это сам Иисус Христос, Слово Божье, ставшее плотью, пришедший в этот мир, полный благодати и истины, да, и совершивший все, ради чего было оно послано на сию землю. И в конце Слово Божье воскликнуло: «Свершилось! Все совершил Ты! Нам дал спасение, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш, аллилуйя, Бог наш Спаситель, да, Ты наш Спаситель, и Ты Царь царей, Иисус Господь, Ты мой Спаситель, Иисус Христос, мой Царь-освободитель, Иисус Господь, Ты мой Целитель, аллилуйя. Все совершил Бог, братья и сестры, нам дал спасение, даровал нам исцеление, даровал освобождение, даровал нам жизнь вечную. Во Христе Иисусе, Спасителе Господе нашем, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш, аллилуйя, Бог наш Спаситель, и Он Царь царей, Иисус Господь, Ты мой Спаситель, Иисус Христос, мой Царь-освободитель, Иисус Господь, Ты мой Целитель, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господь Святой, слава, слава Тебе, слава, слава. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь и жизнь с избытком. Во Христе Иисусе, дар Твой святой. Братья и сестры, благословляю всех вас, люди добрые, пою благословение, паки и паки, как говорится, снова и снова. Пою это благословение священническое на каждого из вас, на ваши семьи. Доброго всем утра, благословенного дня, доброго времени суток, да, благословений вам и вашим домам в новом этом дне, благословений Господних. Аллилуйя! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Амен, аминь, истинно так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми, со всеми, со всеми нами. Аминь. Все совершил Бог. Да, мир вам. Да, милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется. Аминь, Оля, да. Так говорит как раз Слово Божье, да. Слава Богу. Мир вам, возлюбленные. Мир.